8 апреля. В пятницу Овну ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Овна попросит помочь ему своими профессиональными навыками. А может быть, даже попытается втянуть Овна в какие-то дела с использованием его служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого в пятницу не следует, иначе Овен будет жалеть. В лучшем случае он навредит работе или дружбе, в худшем и тому и другому. В пятницу Тельцу в течение дня не раз придется вспомнить поговорку «Сколько людей, столько и мнений». По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у него то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих в пятницу вряд ли будет совпадать с мнением Тельца, что может порой его удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Тельцу уступить свои позиции без боя. Как говорится, начальству виднее, по крайней мере, в этот день. В пятницу день потребует от близнецов таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий. И ситуация, люди вокруг будут требовать от близнецов только фактов. Ничто в пятницу не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова близнецов. Мне кажется, и я думаю. Если близнецы хотят, чтобы их заметили и оценили, в пятницу им стоит озвучивать свои мысли на языке статистики графиков и цифр. В пятницу в течение дня рак будет неравнодушен к точным цифрам и фактам. Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, рак сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают, если рак не найдет в пятницу достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно. В пятницу лев не будет рваться на первые роли. Однако ему отлично удастся проявить себя на вторых. Особенно хорошо у льва получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие: лев в пятницу должен четко понимать всю логику процесса. Кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для него. В пятницу отличный день для того, чтобы дева завязала полезное знакомство. Ее коммуникабельность и креативность на высоте, она полна интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что деве может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке, везде дева в пятницу может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на ее дальнейшую карьеру. А может быть, даже судьбу. В пятницу звезды гороскопа настоятельно советуют весам заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой. Идет ли речь о карьерных планах весов или же о том, как устроить свою личную жизнь? В пятницу хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И главное, продумать все детали. Осуществив это в пятницу, весы сделают первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам. В пятницу у Скорпиона есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед. Возможно, ему удастся случайно услышать то, что не предназначалось для его ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Скорпион в пятницу может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам. В пятницу Стрельцу стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Стрелец поторопился, сбился с пути или просто не довел дело до конца. Понять это в пятницу, значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию. В пятницу в каком-то вопросе от Козерога может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Козерогу торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, в пятницу Козерогу не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс. А может быть, пока Козерог думает, появится еще и третий вариант. В пятницу, каким бы опытом Водолей не обладал,
ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным, или же начальство возьмет Водолея под свой личный контроль. А может быть, Водолей почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, в пятницу ему стоит прислушиваться к советам других и помнить, если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно. В пятницу звезды гороскопа предлагают рыбам задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь рыб вошла в колею и не оставляет времени на продвижение. Но в пятницу хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, рыбы обнаружат, что на своем месте они уже достигли потолка, и этот потолок весьма невысокий. В этом случае им стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.